выспался, люди временно остались без своих квартир, а все из-за их нерадивого соседа, в квартире которого прогремел взрыв. Последний день февраля в доме на улице Саулас Венспилсе произошел взрыв газа. Всех жильцов эвакуировали. Большая часть из них уже вернулась. Но три квартиры по-прежнему опечатаны, а в доме запрещено пользоваться лифтом. Все из-за квартиры на 7-м этаже. Полиция подтверждает, в момент взрыва на кухне находился самогонный аппарат, а также газовый баллон. Говорят, самогон варили. Может и правда. Говорят, газовый баллон взорвался. В результате взрыва несущие конструкции не пострадали, но в доме появились трещины. Здание обследовали эксперты. Управляющая компания Венспилс Некустами и Пашами поясняет, что трещины устранят после разработки технического проекта. Его закончат на этой неделе. Здание старое, советское. Жители считают, за все в ответе управляющая. В законе ясно сказано, за имущество всегда отвечает владелец. А для эвакуированных жильцов запрет пользоваться своими квартирами будет продолжаться еще несколько месяцев. Что такое поверхностное натяжение или электромагнитное поле, знает не каждый взрослый. А вот в Елгове физики скоро будут разбираться даже дошколята. Мы можем видеть, как надутый воздухом шар держится на потоке воздуха от вентилятора. Если поток направить в бок, шар не падает. Главная сила, которая его удерживает, сила Бернулли. Почему шарик держится в воздухе или почему два соединенных проводка рождают звук? Это малыши узнают, когда немного подрастут. А пока они с радостью участвуют в экспериментах. Задача педагогов не рассказывать, а отвечать на детские вопросы. Участвуя в экспериментах, дети постепенно сами становятся открывателями закона физики. А когда в школе у них будет такой предмет, они вспомнят, что раньше это уже делали. В Елгове детей стали знакомить с методикой «Учи при помощи эксперимента». Идея пришла из Германии. Постепенно эту методику вводят в школах и детских садах Елговы. Ее преимущество в том, что больших средств вкладывать не надо. Все, что надо, учителя и родители могут изготовить своими руками. В Кандовском сельхозтехникуме придумали, как оторвать молодежь от компьютеров. Учащихся начали приобщать к тяжелой атлетике и даже организовали соревнования. В Кандовский сельхозтехникум съехались самые сильные учащиеся из школ Земгала и Курзаме. Самые сильные в прямом смысле слова. Причем это не только молодые люди, но и девушки. Они соревнуются в жиме лежа. Нет, себе особо заняться-то нечем. Есть один стадион и спортклуб. Поэтому я решила помимо кардио, тренировок и бега попробовать тяжелую атлетику. Понравилось. Судьи – тяжеловесы мирового уровня. Участников оценивают тоже по международным стандартам. Девушки должны поднять штангу, равную их собственному весу, а парни вдвое тяжелее. Правда, это по силам не всем участникам. Организаторы говорят, чтобы достичь результата, число тренировок надо удвоить. Лучших участников пригласят на чемпионат Латвии. Он пройдет летом. А до этого пройдут соревнования для участников средних школ.